Всем доброго времени суток, уважаемые. Привет всем. И вы не поверите, сегодня у нас уникальный случай. И у нас в данный момент получилось так, что и хозяин этого зенака, Ансфера, тоже решил принять участие в этих тестах. Видите, очень уникальный случай. И сейчас он будет нам рассказывать и показывать. Чуть-чуть про палочку расскажу. Историю, предысторию палочки расскажу. Я очень всегда стремился после тяжелых палок прийти к палке, которая легкая для дальних забросов. Легкая, я имею в виду, в своем, ну, весовой, то есть в весе палочки. И достаточно с хорошим тестом. Проштудировал весь интернет, там, мировой, скажем. Вот Сашка сидели, помогал тоже мне, да. Увидел видео Зинака, Маркус Видалис такой из Грек. Он очень много там тестов снимал. Больше про эту палку я не видел нигде, ни у кого. То есть у японцев информации было очень мало. В основном мне информацию предоставил Грек. Вот. Ну, как бы я пересмотрел очень много палок и все-таки решился заказать ее. Палочку мы оплатили в декабре месяце 2017 года. Получил я ее в начале июня месяца 2018 года. То есть 5 месяцев ожидания, там зубы стучали, руки тряслись, как говорится. Вот. Потому что спиннинг не дешевый, я могу сразу сказать. Вот. Первое впечатление, когда он пришел, ну, то есть Зинак, как всегда, в своем репертуаре. То есть идеально сделана ручка. Офигенно удобный катушкодержатель. Балансируется с катушками от 300 грамм до 315 грамм. То есть можно взять Twin Power 15 года 4000. Можно взять Биомастер 13 года 5000 СВ морской серии с увеличенным диаметром шпули. Вот. Но так как я, как бы ребята мне подсказывали, серый, может быть лучше поставить Биомастер. Я говорю, пацаны, я говорю, делал комплект под себя. То есть мне катушка Twin Power с... У меня стоит здесь экономайзер. У меня здесь намотано 270 метров шнура 0,15 диаметра. Вес катушки со шнуром 306 грамм взвешивали, по-моему, сами с тобой. Вот, поэтому я шел всегда к легкости палки. То есть, потому что мы кидаем, бывает, по 4-5 часов на речке. То есть, ну, ребята, скажу, это... От этого мы стали избегать просто тяжелых удилищ. Да, есть удилища 3-метровые, есть удилища 3,20, 3,50, которые кидают. Но ты им кинешь 3-2 раза, у тебя уже начинается тяжесть в руках. А когда ты кидаешь, а когда ты на это же удилище, ты ловишь верхогляда хорошего или сама хорошего, ну, руки забиваются, ты сидишь просто 10-15 минут отдыхаешь. Поэтому мы от этого стараемся уходить, как бы мы, вот наша команда, да, у нас есть ребята. Поэтому... Пришли к тому, что, то есть, вот я увидел в интернете ролики про этот спиннинг, он был новый, это его презентовали в 2016 году, этот спиннинг, и как бы весь, вся мировая рыболовная, скажем, элита начала его раскупать по всем магазинам, то есть он много где продается, и в Арабских Эмиратах ребята там есть, они очень сильно используют фирму Зинак. Вот, до этого у нас были палки, было что поддержать, то есть у нас были Зинаки 76, 78, 86 Зинак, то есть я беру по снайпам. Есть у товарища моего Зинак Мудхос, который 105, который до 60 грамм. Ну там вообще палка бомба, то есть там просто он заточен под тяжелые приманки, под серьезную рыбу, то есть морское. Все, в принципе, спиннинги Зинак, которые я видел, эти спиннинги сделаны для ловли в море. То есть они имеют, я бы не сказал, что толстую камлевую часть, но стенки бланков у них очень толстые. Поэтому они заточены под мощную рыбу. То есть, ну, для выкачивания. То есть, даже вот эти рокфишевые палки, скажем, снайпа, да, там 76, 78, они довольно такие мощные. То есть при своей, скажем, длине, да, при своем тестовом диапазоне, они, ну, порядочно мощные. Поэтому мы вытаскивали на них очень много рыбы. Вот. Поэтому я хочу сказать, что спиннинг пришел, Саша про него снял обзор. Сейчас мы будем испытывать его на приманках. То есть этот спиннинг я брал, чтобы кидать приманки в пилкеры. Ну, пилкеры, космастеры, то есть приманки для дальнего заброса, скажем так. Спиннинг у нас называется Зинак Pleasure Answer 90. То есть 90 длина, это на русский 2,74 сантиметра. Тест у этого спиннинга 10,50. Лучший тест, как говорят японцы, у этого спиннинга 12,47. Вот. Ну, у нас одно осталось дело, это все проверить. Кольца, этот спиннинг сделан в кольцах концепции РГ. Это зинаковская концепция, больше никто не использует вот эти колечки. То есть он, они очень маленькие у них как бы диаметры, поэтому очень будет интересно, как он просто будет кидать. То есть мы привыкли, что большое кольцо, то есть большой раннинг, да, хороший вылет, за счет этого большая шпуля, то есть большой диаметр катушки, то есть за счет этого хорошо вылетает.
Но так как я этот спиннинг подбирал под эту катушку, будем пробовать, то есть этот спиннинг будем пробовать в боевых условиях. То есть вот этим комплектом я буду рыбачить все будущее время на нашей речке Амур. То есть я не собираюсь менять шнур ниже 0,15, я стоять отсюда не буду, потому что я буду кидать веса там 28, 30, 40, 45 грамм. То есть в принципе эти веса он кидает комфортно. Но это мы сейчас проверим, просто вот у нас есть полигон, скажем так, рабочий, и мы сейчас это все проверим. Мы решили в данный момент поставить приманку 16 грамм, то есть просто проверить, как он будет кидать по нижнему тесту. И уже как бы будет все понятно. И пойдем по нарастающей. 16, 28, 30, 34, 40, ну там 37. Ну что, Сереж, предлагаете сделать первый заброс? Давайте, поехали. Попробуем. Первый заброс сделан. Ну вот подошли мы к приманочке, и получился у нас первый заброс приманкой 16 грамм, зинаком 88 метров. Я считаю, достойный результат. Да, для начала достойный результат. Я даже не ожидал, на самом деле, что приманка 16 грамм. Ну что, будем? Приманочка у нас ганжик, мы забыли сказать про это, 16 грамм ганжик с тройником, с кольцом, с вертлюгом. Там. Все как в боевых условиях. Вот, уважаемые зрители, сделали мы первый заброс 16 граммами, получилось 88 метров, и теперь мы ставим 28 грамм. Я считаю, что 16 грамм достойный результат. Сейчас мы поставили приманку, опять же, ганжик, 28 грамм. И посмотрим, куда улетит она. Все просто. Где-то 105. Приближаемся к отметочке 100 метров. Перешли отметочку 100 метров. Вот он, как-то упал. О, это у нас половина. Ну, скажем так, 105. Не, вот. Ну, вот отметка 105, Серега. 105, да? Ну, мы обычно укругляем меньше. 105 метров. 105 метров, да. Видим 28 грамм, первый заброс 105 метров, уважаемые зрители. Огонь. Я считаю, что огонь. Огонь. 28 грамм. Ну что, будем увеличиваться сразу? Да, конечно. Вот видите, мы даже не делаем по второму, по третьему забросу, сразу же идем в гору увеличения. Вот мы сделали один заброс 28 граммами, и получилось у нас 105 метров. Сейчас мы ставим... приманку 30 грамм. 30 грамм. С тройником, все. Ее взвешивали на весах, предварительно она четко 30 грамм. Ну, с тройником там 30 грамм и там и каких-то там 0,8. То есть все по-честному, все в боевых условиях. Заметьте, не перекидываем по несколько раз. Человек пришел без подготовки, без разогрева, сразу же кидает, как в боевых условиях, да? Безо всяких подвохов. На рыбалке. Мы бежим на рыбалку. Да, пришел, да, да. Человек всего сделал два заброса за сегодняшний день. Делать третий заброс безо всякого разогрева, тренировки. Никакой он не спортсмен, обыкновенный парень хабаровский. Да. Так что никакого подвоха нету. Согласен. Вот. Унцию мы кинули, теперь кидаем 30 грамм. Поехали. Одеваем ее на карабинчик, защелкиваем. Третий заброс. Та же катушка, тот же шнур. Да, все то же самое. Ничего не читерели там, ничего не меняли. Поправим, чтобы все было четко у нас. Ничего не растянуто. Я готов. 30 грамм. Сергей даже на втором разу увидел, даже как прям приманка упала. Я сейчас увидел. Сейчас увидел, да? За 110? Ну, пойдем посмотрим. Вот, видим, вошла приманочка. И это у нас получается 108. Раз,
Два, да, Сереж, 108 метров. Вот динамика положительная. Динамика положительная. 108 метров, 30 грамм. С 28, 2 грамма добавила 3 метра. Что, сразу же увеличиваемся? Да, конечно. Все, увеличиваемся, уважаемые зрители. Решили мы попробовать на 30 граммов еще раз второй заброс. Дубль 2. 108 метров нас не устроило. 30 грамм второй заброс. Второй заброс. Вот палочка, там да. Написано 110. Да, вот я там даже покажу, что надпись у нас 110. Вот видите, 110 метров. Вот, 110 метров. 30 грамм, 110 метров. 30 грамм, 110 метров. Достойный результат, я думаю. Да. Вполне. Можно прикинуть просто, сколько палочка, которую мы кидаем. Да, расстояние. Можете даже посмотреть, что вот мы кидаем от машин, можете посмотреть, что расстояние не детское как бы. Прилично. Футбольное я на поле. Деле, на самом деле в шоке. Ну вот, увеличились мы уже более серьезно и вешаем уже сразу же 40 грамм приманочку с тройником. 40 грамм перевесили. Да, с перевесили. Она получается 40 грамм и там 40.04, вот так. Ну все, у нас идет заброс приманкой 40 грамм. Зина Комплайнс Ансвер. Ощущение, что он проваливаться начинает. Он абсолютно не проваливается. Повышаем отметку 100 метров, 110, вот она, ну-ка, Сережа, на рулеточку, стой, так, 3, Что, 4 метра? 114. Да. Ну что, уважаемые зрители, приманка 40 грамм улетела на 114 метров. Это говорит о том, что у данного спиннинга идет положительная динамика. Да. То есть, что он не проваливается, ничего, он начинает обирать на обороты. Ну и что, надо нам переходить что-то больше, 50 граммам двигаться, пробовать его тест, как у Ямаги. Давай попробуем 45, у меня есть. Давай 45. Да. Чтобы уже понять, как она будет себя вести. Подошли мы к приманке 45 грамм. То есть, если взять заводские характеристики этого спиннинга, японцы пишут, что best match 47 грамм. Ну, я думаю, что 47. У нас, в принципе, нет 47. То есть там уже дальше полтинники будут. Вот. Я считаю, что эта приманка будет уже поверх его теста. То есть 5 грамм не доходит до 50, ну это фигня на самом деле. Это 45 грамм, да? Вот эта приманка 45 грамм. С тройником совсем все как положено. С тройником совсем, да. То есть. Видите, карабинчики, вертлюги. То есть все полностью. Нет, это безузловушка, тут все полностью, весь комплект. Карабин, все. Вот. Полностью весь комплект, уважаемые зрители. Безо всяких этих, видите. То есть вот сейчас мы реально как бы посмотрим. Вот подближаемся к самой верхней границе данного спиннинга. Максимальный запрос на сорокете у нас был 114 метров. На самом деле, ты знаешь, это, как говорится, не рекомендуем повторять. Ну, ну да.
надо уже как бы приловчиться. Во-первых, надо все равно понять спиннинг, потому что можно кинуть неправильно и можно как бы ломануть. То есть даже если спиннинг там с тестом, ну, скажем, выше еще приманки, которую ты кидаешь еще грамм на 5, на 6, лучше сначала попробовать побросать им, привыкнуть, а потом уже сигануть им 45 грамм. Ну, валяй. Ну, чувствуется даже по изгибу видео, уже загружается конкретно уже, блин. Плохо. А? Плохо пошло, да? Сто один. Видим, 45 грамм, первый заброс, 101 метр. Делаем вторую попытку, весом, вес приманки 45 грамм, спиннинг у нас Zenac Place Answer. До 50 грамм. Все уже подустали. И надо сказать, уважаемые зрители, усталость имеет значение. Мы уже проводили несколько подобных тестов вообще. И, скажем так, под конец всего этого времени результаты идут хуже и хуже. Это уже практика. О, 111 метров, уважаемые зрители. Видим мы. Да, 111 метров. Приманка 45 грамм. Но пока лучший результат 114 на 40 граммах. 111 метров. Ну, твои какие ощущения? Мои ощущения, что 45 грамм — это тяжелая приманка. Тяжелая приманка для него. Мне тоже так показалось при забросе. Ну вот, уважаемые зрители, закончился тест, и нам сейчас Сергей все расскажет. В общем, покидали этой палкой от 16 до 45 грамм. Мое мнение, что комфортно, комфортно на грани теста и кидать 40. То есть ты реально комфортно вкладываешь, все, приманка летит, ну летит она там на отметку, 114 метров мы кинули. 28-30 грамм кидать, ей вообще просто супер комфортно. То есть она вообще абсолютно нигде, ты легкостью кидаешь. То есть я могу сказать одно, что этот спиннинг в принципе закрыл мои потребности. То есть в принципе я верхогляда ловлю на приманке в основном 28-30-35. То есть 40 грамм — это когда уже будет просто сильный ветер, он будет пробить, мы будем тогда кидать. Палка 2.74 с тестом 10.50. То есть в принципе он себя оправдывает. То есть офигенная палка, да. Он, причем мы кидаем, просто кидаем. То есть мы на него рыбу еще не уважим. То есть он настукивает, он кидает, он швыряет. Офигенный спиннинг, мне понравился. Пробовали кидать воду, хорошая чуйка у него, между прочим, я сам лично им покидал. Для такой мощной палки хорошая чуйка. Кидали все в настоящих боевых условиях, с карабинчиками, с вертлюгами, застежками, приманки с тройниками. Соответственно, если сейчас взять джиг-головку круглую как и кинуть просто, мне так кажется, мы там за 120 метров уложим. Да, почему я скажу, в практике еще мы очень много на нем что попробуем. Попробуем разные шнуры, попробуем разные катушки, то есть где-то увеличенные шпули, мы это все попробуем. Но сейчас мы сняли то, что по-честному, вот как я планировал, так я рыбачу. То есть вот так я буду рыбачить. Вот в этом, вот в таком вот комплекте. Ну вот, уважаемые, наше видео подошло к концу. Довелось нам все затестить. Мечты наши сбылись. Всем, кому понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями. До свидания, до новых встреч. Пока.